Здравствуйте! С вами Ирина, и мой канал ИНАФ. Довольно. Сегодня я говорю довольно насилия над протестующими. Довольно режима Путина. И сегодня я предоставлю вам своеобразную методичку о том, как протестовать. Дело в том, что поскольку я нахожусь в Канаде, естественно, на улице с вами я выйти не могу. И поэтому призывать к протестам я вас тоже не буду. Это решение каждый принимает сам. Но в данном случае достаточно миндальничания с режимом Путина. Он истребляет жителей Украины, он истребляет жителей моей страны России. И, в общем, в прошлом своем видео я предоставила вам возможность выяснить, как избежать мобилизации и как, в общем, этого избегать, как уехать, в какие страны еще можно уехать, но все россияне уехать не могут. Путин ведет грязную войну в Украине. Он начал ее в 2014 году, и с тех пор в Украине гибнут люди. А теперь еще гибнут россияне тоже. Больше 55 тысяч россиян уже погибло. Это больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. Это чудовищные потери. И сам факт мобилизации, который проводит Путин, говорит о том, что Путин проигрывает войну. Политически он ее уже проиграл, но он продолжает как поленья в топку швырять российских солдат в эту бойню. Нет никакого патриотизма в том, чтобы идти воевать за Путина. Не было никаких причин для этой войны. Никаких солдат НАТО в Украине нет. На Россию никто не нападал. Это Россия напала на Украину. Поэтому порядочные люди сейчас протестуют на улицах. Это жители Дагестана. Это жители Бурятии. И сейчас я вам расскажу, как это делать с наименьшими потерями для себя. В данном случае обратите внимание на эти кадры. То есть вот что происходит. Посмотрите, как бьют задержанных. И вот посмотрите, как они одеты. То есть я хочу сразу сказать, что эти люди к протесту не готовились. И протесты должны быть реально массовыми для того, чтобы добиться хоть чего-нибудь. Посмотрите, как одеты полицейские и как одеты протестующие. Я живу в Канаде, и Канада, как и любые другие страны свободного мира, там происходят протесты. Но там существует закон. Там у людей есть права. Там полиция не имеет права делать все, что им захочется. Поэтому, в общем-то, в этих странах хорошо отработаны способы и методы протеста, вплоть до того, что как одеваться, что приносить, что не приносить, что делать. Вот данная статья называется «Как протестовать безопасно», что приносить, что делать и чего не делать. Если вы планируете выйти на улицу, вот что вам нужно знать. Значит, я бы сказала, что можно разделить ситуацию на три части. Одна из этих, что нужно делать до того, как вы отправитесь на протест, что нужно делать во время протеста и что нужно делать после протеста. Прежде чем вы выходите на протест, вы должны знать, за что вы, собственно говоря, протестуете, почему вы вышли на улицу. Вы должны связаться как-то с организаторами этого протеста, если такие организаторы есть. Если вы хотите организовать протест сами, то, ну, наверное, вам понадобится больше информации, чем то, что я предоставляю. И должна сказать, что закона в России нет, поэтому рассчитывать на то, что если вы будете соблюдать закон и устраивать всякие там мирные протесты, которые в соответствии в рамках закона и так далее, то есть все вот это кончилось. С вами могут сделать что угодно, но это значит, что и у вас руки теперь развязаны. Если я говорил в предыдущем своем видео, как избежать мобилизации, единственный способ избежать мобилизации – это избавиться от режима Путина. Потому что ни за что. Вот этих 300 тысяч, если их наберут сейчас, их убьют в Украине, вы следующие. Если вы не попали в первую волну, вы попадете во вторую, в третью. Путин не закончит эту войну. Он не может ее закончить, потому что он… То есть он может, но он не хочет. Он единственный, кто может закончить эту войну.
Украина не может сделать по этому поводу ничего. Россия может закончить войну и выйти из Украины. Украина защищает свою территорию, у нее выхода другого нет. Их либо Путин всех убьет, и поэтому они будут бороться до конца. А Путин потеряет свою власть, поэтому он боится. Итак, что делать? Во-первых, образовывайте себя. Вы должны идти знать, за что вы там выступаете на этом протесте. Не так, что появиться на протесте, а потом спрашивать кого-то, чтобы вас там образовали, что вы там делаете. Узнайте о протесте как можно больше. Лучше всего посмотрите на карту, изучите карту города, посмотрите какие-то отходные пути, по каким улицам этот протест будет проходить, где вы собираетесь, что вы собираетесь делать на этом протесте, с какой стороны, куда вы собираетесь идти. И, соответственно, чтобы вы могли иметь какие-то пути отхода в случае чего. И вы должны знать свои права в этом отношении, хотя вам они не помогут, я так думаю. Теперь, помимо прав, лучше всего протестовать в группе. Все вот эти сказки сейчас про одиночные пикеты, вот это вся бред про это говорится о том, вот это вот имеется в виду, когда вы живете в гражданском обществе, у вас есть права. Сейчас ваших детей, ваших мужей, ваших братьев забирают на войну. Их там убьют. Прежними они не будут больше никогда. Поэтому я снимаю шляпу, можно сказать, перед матерями Дагестана и перед жителями Бурятии. Они выступают против геноцида своих народов, потому что именно их истребили в массовом количестве, послав их на войну в Украину. Молодых парней, вот этих национальностей, там истребляют. Они не смогут потом даже, в зависимости от того, какое количество вот этих людей вы убьете, потом вот эта нация, этот народ не сможет просто-напросто воспроизвести себя элементарно. То есть это геноцид. Итак, сформируйте группу, узнайте, кто идет с вами протестовать. И поддерживайте друг друга в течение протеста. Старайтесь не отделяться друг от друга. И если вы отделились, наметьте на пути протеста места, где вы, если потеряли друг друга, чтобы вы могли встретиться через каждые там полчаса, допустим, и так далее. Лучше всего, если встретитесь заранее и договоритесь, если это не ваши друзья, а те, с кем какие-то новые люди. Составьте план. Потому что когда вы будете в толпе, вас будут захлестывать эмоции, и ситуация может эскалироваться достаточно быстро. И некоторые разные пути отхода выбирайте, потому что некоторые улицы могут быть перекрыты и так далее, то есть вы можете потеряться и тому подобное. Теперь напишите себе номера телефонов, которым можно позвонить, если кого-то из вас арестуют, номера телефонов адвокатов и так далее, и так далее. Вытащите контактные линзы, и как одеваться, я вам сейчас отдельно скажу. Когда вы находитесь на самом протесте, значит, первое, что вам нужно знать, это быть осведомленным о ситуации. То есть это означает, что вы хорошо осознаете пространство вокруг вас. Это должно быть социальное дистанцирование, потому что COVID никто не отменял, и чтобы между вами и другими людьми оставалось достаточно места. Когда люди приближаются друг к другу слишком близко, на них начинает действовать психология толпы, и люди легко подхватывают чужие эмоции. Будьте очень осторожны и знайте, что это может с вами случиться. Будьте уверены, что вы знаете, куда движется толпа, кто приближается к вам, с кем вы сближаетесь и каковы их намерения. Если вы находитесь в центре акции протеста, ситуация внезапно становится насильственной, вы видите, как, допустим, небольшая группа людей начинает вести себя грубо, или люди держат оружие, немедленно от этой группы отходите, если вы не собираетесь участвовать в вооруженном столкновении. Ну, в общем, насилие заразно, помните об этом. И люди тогда просто начинают нападать друг на друга и так далее. И могут напасть без всякой причины на вас. Особенно если вы выглядите слабым или как будто вы, ну, не вписываетесь в эту группу. Вот. Если начинают громить магазины и что-то воровать там и так далее, мало ли как протест повернется, не участвуйте и не записывайте это, потому что вас могут избить. Теперь
Если вас окружает группа людей и начинает вас атаковать, первое – это не поворачивайтесь к ним спиной, поднимите руки повыше к лицу и держите дистанцию, старайтесь держать дистанцию. Посмотрите на свое окружение, вокруг себя посмотрите, есть ли безопасное место, куда вы можете отойти. Есть ли люди, которые могут прийти к вам на помощь. К сожалению, часто люди боятся помочь, поэтому убедитесь, что вас не окружают в любой момент, и чтобы вы не оказались в середине группы, откуда выхода нет. И самой группе вызов не бросайте и не угрожайте никому. Даже если вы с ними не согласны, с их действиями в данный момент, ну, показывать это лучше не надо, а постепенно отойти от группы и выйти из толпы. Следующий пункт называется «Выживание против победы». В ситуациях беспорядков обычно несколько нападающих. Это не уличная драка, это совершенно разные вещи. И это не кино. И часто несколько человек нападают на одного. Часто это полиция, например. То есть здесь вы не сможете, если только вы не какой-нибудь, там, я не знаю, спортсмен, каратист, сразиться с шестью парнями. Поэтому, если на вас напали, достаточно ударить одного-двух и затем бежать. Потому что вы не знаете, сколько времени потребуется, прежде чем вовлекутся другие люди в драку. Хочу подчеркнуть разницу между победой в бою и выживанием в бою. Победа – это когда вы ложили противника на землю и взяли его в захват и, ну, добили, скажем так. Ну, не в физическом смысле. Ну, иногда и в физическом, если это война. Но вы ничего подобного делать не собираетесь. Вам нужно иммобилизировать их временно и сбежать за это время. Потому что против шести многие из вас не выдержат в одиночку. Поэтому, но если уже ваша жизнь в опасности, и у вас другого выбора нет, кроме как сражаться, тогда не падайте. Тогда держитесь и бейтесь до последнего. Чем дольше вы остаетесь стоя и деретесь, тем выше вероятность того, что в конце концов вы сможете убежать и спастись. Использование оружия я не советую, но это вам решать. Но если на вас нападают несколько человек, вам нужно как-то уравнять это. То есть любое самодельное оружие, которое вы можете подобрать, пригодится. Палка, мусорное ведро, бутылка, все что угодно. Честных боев нет, вы спасаете свою жизнь. А если у вас в России большинства оружия нет, это как бы американские всякие теории на тему того, что вот оружие и так далее. Но в любом случае, если вы принесли оружие, будьте готовы его использовать. Если вы его не готовы использовать, не приносите, иначе у вас его отберут, и ваша жизнь его застрелят. Даже если это самооборона, вы можете попасть в тюрьму. Если у вас есть нож, вы обучены им пользоваться, готовы ли вы вытащить его и заколоть пятерых человек? В общем, лучше всего может быть перцовый баллончик, если есть, или электрошокер, ну не знаю, в России, наверное, этого нет, скорее всего. К тому же это может разозлить нападавших. Теперь в конце этого видео я покажу вам несколько видео по самозащите. Приходится в этом случае наносить какие-то быстрые движения. Есть быстрые движения, удары, например, и захваты. Если вам предстоит сражаться, атакуйте жизненно важные цели. Например, удары по горлу, удары по глазам. Действуйте просто и эффективно. Можете использовать удар ладонью или удар кулаком в лицо. Например, лучше всего наносить удары открытой ладонью, тогда у вас меньше шансов сломать костяшки пальцев, и вы лучше выполните удар. Если они позволяют наносить сразу несколько ударов, можно выколоть глаза, можно дернуть за волосы, можно схватить за горло. Они позволяют вам наносить удары быстрее, чем удар сжатым кулаком. Еще один отличный удар – это кулак-молот. По сути, вы сжимаете кулак, но бьете по нему, но бьете им как молотком. То есть не костяшками пальцев, а как молотком. Используйте нижнюю часть ладони. Так что за этим стоит большая сила довольно. То есть сильно это надо делать. Быстрые движения, захваты. Если кто-то схватил вас, то ваше преимущество в том, что у противника обе руки заняты. Поэтому в тот момент, когда человек вступает в физический контакт, бейте его по голове. Неважно куда, в нос, в бок головы, под линию челюсти. Бейте быстро и сильно, и столько раз, сколько вы можете. У вас не будет времени, чтобы быть слишком точным в плане точного попадания, так что главное делать это быстро.
Опять же, думайте об этом как о выживании. Цель состоит не в том, чтобы побить их. Цель состоит в том, чтобы поразить и выбраться. Ну, и когда все потеряно, допустим, вас повалили на землю, на вас нападает группа людей, вы должны сделать все возможное, чтобы выжить. В этом случае превратите себя в небольшой пакет, свернитесь в клубок, накройте голову руками, подтяните колени к локтям. Тот же принцип, когда приходится защищаться от медведя. Прикрывайте жизненно важные органы, шею, ребра, голову. Постарайтесь, чтобы вас не били по голове. А если так, то чтобы голова не билась об пол. Один кирпич по голове, и ваша жизнь может измениться полностью и очень сильно. К моему большому сожалению, и я надеюсь, что до этого не дойдет, но к этому надо быть готовым. То есть, по идее, вы идете на мирные протесты, но сейчас в России с тем, что происходит, это очень может быть очень даже не мирный протест. Теперь имейте в виду, старайтесь избегать следующих вещей. Во-первых, то, чего не стоит делать, так же важно, как и то, что стоит делать. Вот какие советы даются на тему того, что делать не стоит. Не бегите. Постарайтесь не бежать. Люди, так же как и животные, часто вовлечены в такую групповую, какие-то групповые действия. Когда вы часть группы, на вас действуют, и мозг ваш работает, и на вас действуют правила группы. То есть эта психология толпы срабатывает. Если один побежал, побегут все остальные. И у полиции будет больше поводов вас догонять и так далее. Поэтому это привлекает также к вам внимание, поэтому это не идеально делать. Постарайтесь медленно как-то выходить, и может быть идти быстрым шагом, но не бежать. Иначе может начаться паника, и вы себя можете поранить. Вы можете пораниться в этом. И когда возвращаетесь домой, постарайтесь не возвращаться напрямую, а найти какую-то какими-то боковыми улицами и так далее, то есть и в небольшой группе. Не наблюдайте за поведением других и не делайте им замечания. Это может просто, ну, негативно отразиться на вашем здоровье, скажем так. Побить могут. И не участвуйте в протестном туризме. То есть протестуйте там, где вы живете. Теперь я хочу немного рассказать вам о том, как одеваться. Значит, постарайтесь защитить голову. Лучше всего, если у вас есть шлем, даже велосипедный, можете его надеть. Потому что вы не гарантированы, что полиция не будет вас бить. Только что вы видели, бьют протестующих, бьют по голове и так далее. Какая-то теплая какая-то шапка с изоляцией. То есть, либо шлем, либо что-то теплое на голову, в зависимости от погоды. То есть, вам необходимо. Вам потребуются очки. Желательно не бьющиеся, типа очки, в которых вы купаетесь, что ли, я не знаю, ну, вот что-то вот подобное, для того, чтобы они не разбились, не повредили вам лицо. Это для того, чтобы, если применяют какие-то химикаты, слезоточивый газ и так далее, то есть, и ни в коем случае не носите контактные линзы, потому что, во-первых, они могут, то есть, попадет, допустим, тот же слезоточивый газ или что-то еще, какие-то химикаты, то есть, потом можете глаза повредить, и потом, если вас задержат, вы не сможете их поменять вовремя и так далее. То есть это тоже будет плохо. Ну, если есть шлем, то это хорошо, можете. Ни в коем случае, кстати говоря, дамы, не носите косметику. И особенно что-то на основе масла, там лосьоны такого типа, увлажнители кожи и так далее, они могут вступать в реакцию с химикатами, если применят слезоточивый газ, например. Не носите украшения, которых можно схватить, цепочку там, например, запутаться, душить могут вас, или сережки из ушей вырывать, то есть и так далее. Лучше всего избегать этого. Теперь шея. Ну, если у вас есть маски вот такого типа, можете взять их с собой, и только уметь их надо быстро надеть, например. Но если нет, ну, мы о других вещах поговорим. Ну, если у вас, конечно, противогаза нет, а скорее всего нет, то
Ну, хотя бы чем-то эта маска вам может помочь, чтобы отойти, допустим, с территории быстро, в которой распылили что-то. Вот, длинный шарф тоже вам может пригодиться, но я бы его на шею не наматывала, если честно. Потому что могут за него схватить и начать душить. Поэтому лучше иметь его при себе для того, чтобы, например, согреться, если вам холодно, или изменить внешность. Теперь одевайтесь слоями, чтобы можно было, во-первых, в плане того, чтобы было тепло. С другой стороны, чтобы можно было куртку, одну куртку снять, и дальше оказалась бы какая-то другая куртка, например, чтобы изменить внешность. Кстати говоря, маска тоже помогает изменить внешность. И чтобы камеры не распознавали ваше лицо. Дальше. Нужно носить, вот здесь просто у него закатаны рукава, а вообще нужно носить одежду, длинные брюки и одежду с длинными рукавами, потому что, и причем носить сменную одежду с собой, потому что если на вас распылят, вот, допустим, слезоточивый газ и так далее, то чтобы это попало на одежду, а не на кожу, скажем так. Вот тут у него на руке написан номер его адвоката. С адвокатом тоже лучше связаться до того, как вы участвуете в протесте, если у вас адвокат есть. Вот, и без адвоката с полицией не разговаривать. Но у большинства россиян нет, поэтому это вряд ли пригодится. Это у него перчатки, которые защищают от горячих предметов. Потому что, если, например, швыряют канистры со слезоточивым газом, то они очень горячие. Дешевые часы, чтобы вам не жалко было их потерять и так далее, но для того, чтобы вы знали, сколько время, и для того, чтобы вы могли документировать, например, акты полицейского насилия, травмы и так далее. Здесь написано, что нужно искупаться с pH нейтральным мылом, так как различные детерджинты или... как это сказать, гели для душа, например, тоже могут смешиваться с химикатами. И вам обязательно нужен будет непромокаемый какие-то куртки, плащи и так далее для тепла. Брюки и карманы. Значит, брюки должны быть полной длины, без ремня, чтобы вы могли их носить, потому что ремень в полиции, если вас задержат, отберут. Если есть наколенники и налокотники, то это хорошо. Кроме того, я, например, фехтованием занимаюсь, я знаю, что у многих есть хоккейные какие-то принадлежности. То есть, например, мужчины носят соответствующую защиту под брюками на случай, если их ударят. Сами понимаете, в некоторые места очень чувствительные. Вот. Женщины тоже такую защиту могут носить, если в России такое есть. Я, например, для своего фехтования под куртку надевала хоккейную, такую защитную, как это называется, у хоккеистов, чем они грудь защищают. Женщинам можно надеть рюкзак, если нет, нечем защитить грудь, например, то можно надеть, например, рюкзак не на спину, а на грудь, потому что это поможет защититься от ударов в грудь. Дальше. Вот такие пакеты, если в России такие есть, плотно закрывающиеся, нужно иметь такой пакет с вашими документами, с деньгами. Причем деньги лучше рассовать в разные места, чтобы, если, допустим, потеряете один пакет, у вас были деньги с собой. Вот. Дальше ключи там и так далее. И если есть какие-то медицинские показания, письмо от вашего доктора, например, указывающее, что у вас, например, там астма или что-то еще, если, чтобы в случае чего, если вы сами не сможете сказать, что у вас, какие проблемы со здоровьем, то там это будет написано. Вот. И, может быть, телефон вашего адвоката или кому сообщить в случае, если с вами что-то случится. Лучше всего, если вы заранее предупредили кого-то, кто не пойдет на этот митинг, который мог бы знать, что если вы не вышли на связь, то с вами что-то случилось. Потом еще один вот такой пакет со сменной одеждой. Брюки и рубашка. Кроме того, один такой же закрытый пакет, плотно закрытый пакет с банданой, смоченной в уксусе. Это для того, чтобы, ну, надолго это вам не поможет, но можно прикрыть нос, плотно закрыть нос и рот, и дышать через нее в случае, если будет применен слезоточивый газ. И, кроме того, затруднить вашу идентификацию. И лучше иметь
бумагу, блокнот и ручку для того, чтобы, например, записывать акты полицейского насилия. Дальше. Рюкзак. Во-первых, небольшая аптечка должна быть там. Но в ней не должно быть ничего, что могло быть рассчитано как, расценено как оружие, например, ножницы. Вот, а всякие там бинты антибактериальные, всякие перчатки без латекса и антибактериальные кремы, например, и так далее. Дальше. Некоторые здесь берут с собой масло канолы и бутылку с алкоголем для того, чтобы очистить кожу от химикатов. Вот эта бутылка со спреем, она содержит равные части, как это называется, малокс или гидроксид, алюминий гидроксид, магний гидроксид. В равных частях, смешанные с водой, для того, чтобы промывать глаза, нос, рот, в случае, чтобы предотвратить реакцию на химикаты. Вода и энергетические какие-то снеки, то есть это закуски, например, орехи там и так далее. Ботинки, кстати, у него неправильно завязаны. Вот шнурки нужно заправлять в ботинки, брюки заправлять в ботинки тоже. Обувь должна быть комфортабельная, но легкая, в которой можно бежать быстро. Вот. Поэтому шнурки надо заправлять. Теперь, это то, о чем как надо выглядеть и что с собой брать. Насчет телефона хочу сразу предупредить. Сразу. Мало того, что отключайте телефон, лучше его, может быть, с собой не брать или брать какой-то другой телефон, кнопочный, например, или, ну, чтобы там не было какой-то лишней информации, чтобы если у вас его заберут, то не пересажали всех ваших друзей и знакомых, чтобы там не было сообщений каких-то, которые вы не хотели бы, чтобы полиция увидела, и чтобы обязательно не было, уберите пароль, если там идет распознавание лица или отпечаток пальца, поэтому чтобы был какой-то пароль, состоящий из цифр, который вы можете, если вас попросят разблокировать телефон, вы можете нечаянно набрать несколько раз неправильный пароль, сказать, ой, извините, меня напугали, я тут расстроился. Телефон заблокируется, и открыть его они не смогут. И учтите, что всякие с телефонами очень опасно, особенно со смартфонами. Там недостаточно просто его перевести в режим самолета, допустим, потому что как при полете на самолете, нужно полностью отключать Wi-Fi, нужно полностью отключать Bluetooth, нужно даже вытаскивать батарею, скорее всего, потому что, чтобы вас не могли потом отследить ваше место пребывания, лучше всего обычный ваш телефон оставить дома, вот, а использовать что-то, какой-то другой телефон, потому что, ну, часто народ записывает что-то на видеокамеру, например. Если записываете, старайтесь, чтобы не попадали, если только эта полиция бьет кого-то, ну, лицо попало, ну, то тогда, конечно, это надо записывать. Но старайтесь не записывать других протестующих, потому что тогда могут их опознать, и у них могут быть проблемы серьезные. И если у вас есть татуировки, пожалуйста, сделайте так, чтобы их было не видно, иначе по ним могут вас опознать, а также по всяким эмблемам на вашей куртке, на вашей кепке и так далее. То есть, чтобы меньше было способов вас опознать. Вот автор статьи говорит, что выбирайте своих спутников очень разумно, потому что особенно смотрите, чтобы не попались провокаторы из полиции. Если они начинают говорить, что нужно насилие применять, бомбы делать, швырять их в полицию там, или еще что-то, бить стекла или машины, с большой долей вероятности это провокатор, переодетый полицейский. Поэтому они вас подобьют на такие действия, потом, когда вас арестуют, они же будут против вас свидетельствовать. Лучше всего, если вы подозреваете, что кто-то провокатор, нужно четко вслух сказать, что вы не хотите быть в этом участвовать и немедленно уйти. И не бойтесь показаться грубым или недружелюбным. Именно вот иностранцы, по крайней мере, вот часто попадаются на то, что вот как бы
Они боятся показаться невежливым или еще каким-то. Вот, или кого-то там разочаровать, например. Некоторые, наоборот, подбивают протестантов на какие-то действия и говорят, что вот, вы типа нас огорчите, если вы не будете это делать. Вы вроде как не с нами и так далее. Теперь, что делать, если против вас применили слезоточивый газ? А важно, значит, нужно оставаться спокойным, постараться. Если вы будете паниковать, то эффект будет только хуже. А помните правило самолета. Помогите сначала себе, потом помогите другим. Если канистра с газом брошена в вас, уходите оттуда как можно быстрее от этого облака и как можно спокойнее. Пытайтесь дышать медленно и ровно. Если сможете, помогите тем, кто вокруг вас, выбраться оттуда. Слезоточивый газ тяжелее воздуха и в конечном итоге опускается вниз, поэтому попытайтесь на более высокую местность перейти, если можете. Вам нужно будет промыть глаза. Лучше всего используйте или воду, или вот то, о чем я говорила. Некоторые используют 50% какого-то противокислотного жидкости и щелочь, наверное, и 50% воды. Ну, не щелочь, наверное, но иногда используют пищевую соду на где-то 240 миллилитров воды. Чайную ложку соды на 240 миллилитров воды. То есть, ну, почти на стакан. Но это надо очень тщательно перемешивать, только тогда это будет эффективно. Также, если вы будете часто моргать и слезы потекут, то это поможет промыть глаза. Молоко не используйте, оно менее эффективное, может испортиться быстро и привести к инфекции, особенно в глазах. Надо также продуть нос и выплюнуть. Не вдыхайте в себя и не глотайте это, так как это ухудшит ваши симптомы. И смените одежду как можно быстрее. И если можно, как можно быстрее примите душ, но используйте холодную воду, потому что горячая вода может чувство горения как бы усилить. Если против вас применили перцовый спрей, в общем-то те же самые советы. Быстро уходите и попытайтесь как можно спокойнее. Поменяйте одежду как можно быстрее, избегайте прикасаться к лицу или другим открытым частям тела. Ну, спрей перцовый, он на основе масла, поэтому его будет сложнее убрать, поэтому и он легко размазывается по коже, поэтому вода поможет, но она не уберет это все, поэтому нужен, наверное, смесь, раствор соды пищевой, например, или иногда шампунь без слез тоже помогает. Если вы при разговорах с полицией постарайтесь как можно меньше сообщать о себе, ничего не говорите. И вот в таком духе. А вот еще одна статья. Здесь тоже говорится о том, как одеваться. В принципе, то же самое, только еще напоминают, что нужно какие-то затычки для ушей, потому что могут быть шумовые гранаты, и это очень громко. Но в крайнем случае хотя бы плотно закройте уши руками. Еще хочу сказать, что может быть есть смысл, если вы берете телефон и вам нужна подзарядка, то взять вот зарядное устройство. Я не имею в виду, как это по-английски называется, power bank. То есть это не просто шнур, чтобы в розетку подключать телефон, но это тоже можно взять. Ну и вот есть какие-то способы заряжать телефон, типа батарея запасная. Но вообще с телефонами надо быть очень осторожными, чтобы не проследили ваши движения. Опять же, нужно изменить внешность, одежду сменить. Таким образом, либо куртку вывернуть, либо что-то еще. То есть я уже говорила, одеваться надо слоями. Для того, чтобы вы выглядели по-другому, когда вы возвращаетесь домой, и сильно отличались от того человека, который участвовал в протесте, для того, чтобы вас не отследили камерами и не пришли к вам домой.
Поэтому это очень важно знать. Кроме того, можно еще взять, ну, допустим, санитайзер принести для того, чтобы руки обрабатывать и так далее. То есть посмотрите, что еще может вам понадобиться. Ну вот примерно, что я хотела вам сказать по этому поводу. Это о том, как одеваться. Кстати, обращайте внимание, как одеты люди вокруг вас. Если у них, допустим, форменные полицейские ботинки и так далее, то есть это тоже поможет определить провокаторов. Сейчас я хочу поговорить немного о правилах самозащиты. Вот это видео называется «Как защитить себя во время протеста». Это Ник Дроссес, он учит тактикам защиты. Давайте посмотрим, что он хочет сказать. Lately is Nick, how do I defend myself in a riot? We're seeing riots happening. People are being jumped with all kinds of weapons in the street. And we're looking at riots and we're looking at what is the common factor is you have multiple attackers. Ну, он говорит, что один из общих факторов в многих протестах это когда несколько человек нападают на одного или на нескольких You have человек. street weapons like beer bottles, you know, 2x4s, wood, whatever people find, they're basically just using it as weapons to attack. Люди используют в качестве оружия и бутылки из-под пива, и какие-то доски, и еще что-то. То есть люди атакуют друг друга вот с чем попало. And you know, the worst part is that they're attacking just random people in the street. So when you're faced right now, you have a guy with a beer bottle, you have a, you know, an attacker with a piece of wood. I have Costa here. I don't even know what he might be holding a weapon. В данном случае он представляет трех человек. У одного из них бутылка, у второго доска, у третьего неизвестно, какое оружие есть. То есть люди вот нападают друг на друга с чем попало. То есть какие могут быть тактики? Now, you're looking at this type of situation, the idea that I'm going to start like trying to, you know, go here and take on him and try to use him and beat boom and strike him, right? At this situation, it's all about evading and escaping and getting out. Главное в этой ситуации, я не буду атаковывать их всех подряд, мне вот не нужно вот победить, мне нужно вывести их из строя временно и убежать. I just made a video for my website series where you guys are talking to me and you're walking here. I'm doing this. I'm always trying to keep one guy in front of the other. I want to avoid staying here against all three. So главная тактика – это стараться прикрыться одним из нападающих и выровнять их в линию, то есть чтобы один стоял напротив другого, чтобы на меня не нападали три человека с трех разных сторон. Я беру одного из них и использую его как защиту. И выстраиваю их как бы в такую, в колонну. So the idea is, oh, I'm picking one, so move, start moving, I'm picking one, and I'm trying to stack one person in front of the other at all time. В любое время должно обязательно быть один человек напротив другого. То есть я выбираю одного и использую его как защиту, как щит практически. Now, at this moment, I gotta make a decision. Who do I take out first? Who's the closest? Who's the biggest threat? Я выбираю, кого выбрать в качестве вот этой защиты, кто ближе ко мне и кто самая большая, представляет самую большую угрозу. The idea against multiple attackers, I gotta take out the first guy fast and hard. I gotta send a message to these other two guys. Первого я должен взять на себя и нанести удар, и я должен атаковать его быстро и очень сильно, чтобы послать сообщение двум другим, что не стоит со мной связываться. That they just messed with the wrong person. So if I decide, so if Perry's here and he does that, I go boom and I palm strike him. The next principle I want to use is the shield concept, where I'm using as a... То есть я должен им тут же объяснить, что они не с тем человеком связались. То есть вот он выбрал вот этого человека в голубой толстовке. Во-первых, он его бьет ладонью. Во-вторых, он его хватает, вот видите, за руку. То есть он его использует как щит. I'm as a shield, where I'm not just here and then exposing myself. I'm using him as a shield. I'm covering myself here. I'm also aware of both attackers where they are. So if I decide to move here, I'm trying to keep him in front there. If I strike here, I'm always trying to keep one attacker in front of the other and avoid having all three attack me at the same time. То есть вот он его использует как щит, двигается.
наносит удары двум другим и пытается в любом случае стремиться к тому, чтобы кто-то, чтобы вот, чтобы они не напали на него втроем одновременно. Now, I don't want to make a self-defense video where I'm like, John, come at me slow, and I'm... То есть он не будет делать видео по самообороне, потому что это не цель данного видео. Данное видео не для того, чтобы выбить, победить в борьбе, а для того, чтобы отвлечь внимание и исчезнуть. Right, the idea is, and it's not easy. You're doing multiple things at the same time. Это нелегко делать несколько вещей одновременно. But it's better than doing nothing. Но это лучше, чем не делать ничего вообще. If you notice too, I'm always moving. I'm never staying static. And если вы заметили, я постоянно двигаюсь, я не остаюсь на одном месте. The objective for you is to escape. Ваша задача убежать. You're not gonna sit here and kickbox your way. Вы не будете драться с ними с тремя. If I strike one, boom, and I can throw him and run, I'm out. Если я смогу ударить одного, уронить его и убежать, этого достаточно. The last thing I want to do is stick around and try to take one-on-one or engage or do something stupid like take him to the ground and think, okay, I'm going to put him in an armbar. То есть моя задача не победить и уронить его на землю и придавить его к земле, вот эта глупость. Или с каждым из них сражаться по отдельности. Это не то, что я пытаюсь сделать. You go to the ground, that 2x4, that stick is coming to the head. Если вы уронили его на землю и пытаетесь его там держать, то вот этой палкой вам дадут по голове. That bottle's gonna stab you. He might turn around. Эта бутылка вас проткнут этой бутылкой. And stomp you. И так далее. То есть, вот можете посмотреть это видео, вам будет понятно по самому видео. Теперь вот в данном видео он показывает, как избавиться от захвата сзади. Посмотрите. You're gonna get this reaction. Обычно, если человека захватывают сзади, у него реакция вот это сделать. Но эта реакция неправильная. You block the oxygen. У вас всего несколько секунд, прежде чем вам перекроют кислород. Over here to the carotid and you pass out. So literally you... И вы просто потеряете сознание. You have seconds to react. Trying to go for the eyes, you won't reach it. Try to stomp, but what you want to do? Вы пытаетесь достать его глаза, у вас не получается. Вы пытаетесь ему по ногам дать, у вас тоже не получается. То есть у вас всего несколько секунд на то, чтобы отреагировать. И сделать вам надо конкретно вот что. Okay, so go for still. Whatever you want. Go. Just turning around. I'm releasing. And look where my hand is. Both his hands, you got to think, are always here. Boom. Strike. Вот что нужно сделать. Нужно повернуться к нему лицом. Таким образом вы не даете передавить себе шею и наносите удар ладонью в лицо. As quickly as possible. Как можно быстрее. That's what you want to do. Now... Вот то, что вы хотите, вот то, что вам нужно сделать. Здесь как бы девушка, на девушку нападают. Она попробовала, но вот сделала кое-какие ошибки в своей защите. Вот он ей объясняет, что нужно делать. First thing you did wrong. Keep your hands down. Первое, что ты сделал неправильно, это у тебя руки были внизу. So he started talking to you. You're here. What you want to do is the first thing is just bring your hands up. Все, что ты хочешь сделать в первую очередь, это поднять руки выше. Вот на уровне груди. Start talking to him. Like, what do you want? Oh, you know, my boyfriend's coming right now. Пытаешься с ним разговаривать, говоришь, что сейчас вот-вот подойдет твой бойфренд, что кто-то идет тебе на помощь. I have a boyfriend. My boyfriend's on his way right now. Already that's sending a signal that I'm waiting for somebody. Somebody's coming. Это уже шлет сигнал, что кто-то идет мне на помощь. It might, you know, make him a little bit nervous knowing that somebody's coming. Okay. Это может его немножко заставить нервничать. Second thing is he grabbed your hair. Yeah. I saw at one point you were... Второе, что он делает, это хватает тебя за волосы. Trying to knee, because you're thinking I'm gonna hit him in the balls, right? Ты пыталась ему заехать коленом кое-куда. I guess, yes. Well, и ты упала на одно колено. Well, you didn't do a strike. So he grabs you... Что ты не сделала, это ты не ударила. Yeah. Когда он хватает тебя за волосы, посмотри, где находится его голова и где находятся мои руки. Первое, что That's ты делаешь... Simple, just striking open hand, not punching. Open hands.
ударить открытой ладонью в лицо сразу. Используй ногти, если что, вплоть до того, что глаза выцарапывай, но вот это поможет тебе отбиться. Вот это видео очень полезное, посмотрите его прям целиком. Это о самозащите. И о точках, на которые надо нажимать. И много чего здесь находится полезного. В общем, ссылку на это видео я дам. Посмотрите сами. Там есть и точки, на которые надо нажимать и так далее. Но вот это вот в случае попытки изнасилования или нападения. То есть вот что еще можно сделать. I can also shift how I... То есть женщина лежит на земле, она крутится на спине, и она бьет ногами вот в определенные участки. Вот по... Вот сюда, например. Shift my body in order to make every shot count. Okay? И я двигаю свое тело для того, чтобы каждый удар достигал цели, чтобы защититься. If I try to get close, she's using her legs. Когда я пытаюсь к ней подойти, она использует ноги для защиты. To keep, and even if, now, let's say I grabbed one leg. Okay, I can still... И если я схватил тебя за ногу, а она говорит, что это хорошо, потому что он ближе находится, и ударить легче. Well, that's even better. I like that, because then you're keeping me close, so you're making it easier for me, and I'll just keep striking. Ну, то есть, я думаю, что даже без знания английского языка вы поймете, как и что вам нужно делать. Итак... ссылки на видео я дам. И вот это какие-то приемы самозащиты, которые могут вам помочь. Ну, что я хочу сказать. Есть еще масса разных способов самозащиты, есть еще масса разных советов по этому поводу, но, по крайней мере, может быть, это видео хоть кому-то из вас поможет сохранить здоровье. Потому что протестов в России теперь будет больше и больше. Выбора, в общем-то, у россиян не осталось, к сожалению. И протесты эти часто, скорее всего, будут немирными. И люди имеют право себя защищать, они имеют право знать, как себя защитить и как себя вести в подобной ситуации. Если это хоть кому-то поможет, используйте это на свой страх и риск. Выходите на протесты на свой страх и риск. Я делаю, что могу, чтобы помочь вам, но... решение принимаете вы сами. Хорошего вам дня. До свидания.